Правительство Чувашии против журналистов республики сыграло в футбол. Дружеский матч приурочили к чемпионату мира. Болела и считала голы наша съемочная группа. В синей форме команда правительства. В салатовых жилетках представители СМИ. Обычно именно они атакуют представителей правительства интересующими вопросами. На футбольном поле синие смогли отыграться на соперники. Они активно нападали с первых секунд. И чаще всего удачно. Журналисты тоже не всю игру сидели в обороне. В роли центрового игрока команды СМИ на поле вышел и инженер национального телевидения Артур Егоров. Ощущение здоровские, погода хорошая. Поле тоже здесь шикарно. Игра хорошая. Соперник видно, что более подготовлен, комбинирует, играет свой футбол. Кроме сыгранности, у синих очень активные болельщики. Вычислить Анатолия, за которого болели на трибунах, оказалось несложно. У нас каждую неделю проходит по 2-3 тренировки. После игр, конечно, эмоции всегда положительные. Положительные эмоции у представителей правительства остались и после этой игры. Они выиграли со счетом 5-3. Что касается журналистов, то у них будет шанс отыграться. Команды договорились встречаться регулярно. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика.